Рада, что вы сегодня с нами с программой Три сложных вопроса, в которую мы приглашаем, чтобы найти вместе с нашими гостями ответы на те вопросы, которые для многих людей становятся камнем преткновения. И в связи с этим мы пригласили к нам в студию сегодня человека, который, для которого камень преткновения стал угловым камнем. Так и названа церковь, в которой он является старшим пастором. И так у нас в гостях. Старший пастор церкви Краеугольный Камень Василий Доценко из Новосибирска. Рада вас приветствовать. Спасибо. И Очень наши приятно. сложные вопросы, я думаю, что для вас на самом деле уже э, отвечены, являются хотя и глубокими, но, ну, наверное, достаточно простыми. Поделитесь, пожалуйста, э, с нашими зрителями историей того, как Бог нашел вас, и как вы нашли его. Наверное, сложно сказать, что я нашел Бога, сто процентов, что Бог нашел меня. Моя жизнь, я жил в обычной семье в то время, на сегодняшний день мне 43 года, и с детства занимался спортом, учился в школе. Моя старшая сестра, которая старше меня на пять лет, закончила школу с золотой медалью. Я был другой противоположностью. Может быть, я и учился неплохо, но в своем поведении, отношении к жизни, ну, вел себя отвратительно. И моя жизнь, она была разрушена. То есть я отношусь к той категории людей, которые сегодня со смелостью могут заявить, что если бы Бог не пришел в мою жизнь, меня бы давным-давно бы уже не было. Потому что у меня нет никакого другого шанса понимать и осознавать, что я бы мог жить сейчас на этой земле, если бы не Бог. Но поэтому мои дети, они неоднократно слышали это, может быть, им не совсем нравилось это в детстве, но на сегодняшний день они уже взрослые, и они вполне дают отчет, что это реальность. И поэтому Господь Он пришел вот в те ужаснейшие ситуации, поэтому, когда люди начинают сравнивать и говорить, ну вот Этому человеку легко верить, вот этому, а почему? Интересно, я заметил такие крайности, да, люди, будь то в церкви или не в церкви, они говорят, а вот этому человеку что ему не служить, да, у него бизнес, жена хорошая, дети, у него куча свободного времени, потом смотришь, эти же самые люди, но говорят про уже другого человека, а что ему не служить? Он пришел нищий, э, ничего, ничего, ничего не нет да? за спиной, да, ему После реабилитационного центра служи, дослужи, да делай все, что терять нечего. Поэтому люди всегда ищут какую-то а, причину а, для того, чтобы объяснить и оправдать свое. Но самое лучшее, как я всегда говорю, заглянуть там, где ты есть, и стартовать именно оттуда, где ты есть, где ты находишься. И если вкратце и сказать, то повторюсь еще раз: моя жизнь была разрушена когда-то. Одна девушка, то есть у меня был друг, и мы приехали к этому другу домой, его мама, она стала проповедовать и мне, и ему. Она видела, что она была верующей, она видела, что мы живем отвратительной и нехорошей жизнью. Она проповедовала. И я был в гостях, поэтому мне нужно было слушать. Быть вежливым. А, а он был дома, поэтому он просто сказал, мама хорош отвернулся к стенке и лег спать. Я не мог так сделать, я был в гостях, поэтому я слушал, 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 как мне проповедовали. И потом его мама, она говорит, зовет его сестру, говорит, молодую девушку 15 лет и говорит, давай. Наташа, клади ему руки на голову, давай будем за него молиться. Я думаю, пусть делают что хотят, лишь бы закончилось, это закончилось все это. То есть это таким образом было мое вот такое первое соприкосновение с реальной проповедью о всех ее, во всех ее подробностях и что Иисус сделал, и почему. К большому сожалению, я не открыл свое сердце для Христа тогда, то есть я просто прослушал это как некую лекцию, но поэтому я уверен, что как Писание говорит, что проповедуйте и настойте во всякое время, да, во всякое время. Поэтому вот так как-то это получилось. Потом сложились ужаснейшие обстоятельства, хуже и хуже в моей жизни, и я находился в местах не столь отдаленных, и один день... Я я просто встал на колени, потому что его сестра, вот да, 15-летняя 15 девушка, она переписывала воскресные проповеди. И она отправляла. И родители они находили путь, как мне их передать. В конце каждой проповеди там была написана молитва покаяния. И она молилась за моё Она от руки Да, от руки. То есть не аудио, не было, да, там какие-то кассеты? 20 с лишним лет. Какие, тем более в местах, в тех, какие аудио, не было шанса прослушать или еще что-то. И а, таким образом, а, в очень тяжелейших обстоятельствах, и стесненных обстоятельствах, я а, опустился на колени и помолился и сказал, Господи, если ты есть, соверши чудо. В этой камере находилось больше 40 человек, то есть в маленькой камере. А и чудо в чем вызвали тебя оттуда? А... Да, сделай, измени мою жизнь, сделай. То есть у меня не было никакого шанса оказаться на свободе, никакого шанса. То есть все со здоровьем было ужасно и отвратительно плохо. Я не в состоянии был носить себя на ногах. Я не утрирую, это реальный факт. Я просто это не в состоянии. Это был туберкулез или просто истощение? У меня организм был убит, то есть наркотиками, всеми остальными вещами. То есть, ну как бы и я стоял на коленях, взмолился. Многие люди смотрели и думали, что я сошел с ума. На следующий день я оказался на свободе. Это было чудо, реальное чудо по всем показателям. показателям. А спустя еще три дня я оказался в библейской школе в Санкт-Петербурге. То есть здесь, в этом городе. Да, то есть это произошло чудо. И ну, так, чтобы уже вы знали всю эту ситуацию, спустя некоторое время, еще два года, два с половиной года, эта 15-летняя девушка стала моей женой. То есть и до сегодняшнего дня моя замечательная супруга и мама троих детей, и также служитель, лидер прославления у нас в церкви. Поэтому как бы, и она была сосудом Божьим, она молилась, она проповедовала, она служила мне. Вот таким образом Господь нашел меня. То есть, и поэтому у меня нет никакого шанса. Вся моя жизнь ⁇ это служение. Я хочу это делать, я желаю это делать и хочу идти вперед. Потрясающая история, удивительная. Тем более, что вы в конце коснулись следующего вопроса, который как раз напрямую связан с курсом жизни любого человека, конечно. Ну или почти любого, о том как правильно вообще найти спутника жизни. Молодые люди, взрослые люди так или иначе опираются на какие-то критерии. Мы понимаем, что в мире люди очень часто ориентируются на финансовые показатели, материальные показатели, иногда там на внешние показатели. Но интересно услышать истории действительно крепких семейных союзов в то время, когда Многие люди не понимают, зачем вообще это нужно. Образовывать семью, созидать, и если уж даже задаваться этим вопросом, то на каком основании строить и на что обращать внимание. Вот. А вы немного рассказали, мы уже услышали, что эта девушка, конечно, была незаурядная, что на самом деле вот так вот представить, переписывать проповеди это не одна страница наверное. Христа ради это, это просто 100%. целые романы ага. были в да. письмах просто да. изумительно моя мама конечно же молилась отец не рассчитывал что мне кто-то может вообще когда-то помочь это тоже было такого рода большим свидетельством для него он сказал наташа если бог и может кого-то изменить то только не ваську то есть, как бы, он был близкой, и он видел, что с моей жизнью происходит, и он понимал это. Вот. И поэтому, да, я на сто процентов уверен, что это одно из важнейших решений вступления в брак, потому что либо это а, поможет вам расцвести, либо понятно, что те люди, которые на сегодняшний день в браке, а, в, я однозначно знаю, что у Бога есть выход из любой ситуации. Я знаю, я верю. Может быть, я бы никогда не повешал такую картину к себе домой, но я зашел в одну семью, и я так был удивлен, я так долго смеялся, там висит большая картина, и написано в шапке этой картины, даже если тебя съели, все равно есть выход. Я так смеялся. Семья больших, ну, на самом деле, для Ионы это как раз и вариант. да, это выход, поэтому у Бога есть выход из любой ситуации. Но... Вот хотела вас спросить: несколько тогда вот конкретных таких вопросов осветить. Через какое время, после того, как вы вышли на свободу чудесным образом, вот ваша будущая супруга разглядела в вас не просто покаявшегося человека, чья жизнь изменилась, но вот человека, которому можно доверить свою судьбу. Это вот, с одной стороны, первый вопрос, и второй были размышляли ли вы о каких-то других вариантах э, невесты будущей жены, кроме Натальи? Моя моя жизнь она предусматривала определенный круг общения, и это большой минус, потому что я смотрел на людей, смотрел на э, девушек, на женщин, я считал, что более-менее нормальная женщина, которая присутствует в этом мире, это только моя мама. То есть э, на всех остальных я смотрел ну, через очень нехорошую призму. Я не доверял ни кому я видел, как люди променивали свою жизнь, но вы должны понимать, что это определенный круг общения, который способствовал этому мышлению. И поэтому однажды вдруг у меня мелькнула искра, и я сказал Наташе, я говорю, если бы я когда-то хотел в жизни иметь жену, то только такую, как ты. Все, я, это, это было первой мыслью такое. Потом, когда я ей сделал предложение, она сказала очень просто, библейская школа. Потому что я не закончил библейскую школу за первого заезда. То есть, поэтому она сказала очень просто, библейская школа. И ну, я пошел в библейскую школу. Нельзя сказать, я сегодня не могу с уверенностью сказать, что я пошел в библейскую школу из-за нее, но это было очень сильным мотивирующим фактором. Это проблема, когда многие люди думают, сейчас мы вступим в брак, а после этого я его изменю. Mm -hmm. Это утопия. Разговаривайте открыто перед вступлением в брак о всех вопросах. Не одевайте друг другу розовые очки, потом мы решим эту проблему, потом решим этот вопрос. Все это гораздо потом сложнее. Лучше разговаривать на берегу. Это очень э, хороший совет, вообще великолепный, потому что, мне кажется, вот как мне сдается, в постсоветской культуре, или, может быть, лю людей, которым сейчас 40 там э, не было такой традиции. Вообще родители не разговаривали с детьми, что делать, как готовиться к вступлению в брак. Сейчас, мне кажется, наводняют какая-то информация, но она тоже достаточно расплывчатая и очень разно разношерстная. Какие вопросы вы бы посоветовали молодым людям обсудить перед тем, как войти в брак? То есть я вот знаю, например, мне было очень любопытно читать э, советы Кеннита Хейгена, который говорил, что мы с женой еще до того, как мы э, поженились, как бы проговорили, что у них будет двое детей, он мне сказал: "Ты не будешь э, заниматься", вот, потому что была традиция в баптистских церквях, где они были на тот момент. Что если муж пастор, то жена обязательно заведует воскресной школой, и он ей сказал: Ты не будешь, ты будешь заниматься домом и мной. Вот. Были еще там ряд условий или ряд пожеланий, например, какие вы вопросы обсудили, но если даже не обсудили, то вы советуете молодым людям или немолодым, которые вступают в брак уже осознанно, проговорить перед свадьбой. Согласиться. А, я я бы вообще советовал разговаривать открыто вообще по всем вопросам, то есть касательно, особенно вопроса проживания, призвания, миссии, если это есть в сердце, есть мечта в отношении посвящения. Я далек, простите меня, я далек от этой идеи, там, что сначала я должен заработать квартиру, все, 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 остальное, то есть и после этого жениться, то есть это а, ну, для меня большой пример. Мы поженились а, не просто нищие, особенно нищие. А, но а, а, на самом деле, если мы верим Господу, значит, мы верим Ему, и мы вместе идем, мы проходим какие-то обстоятельства. Наташе было не полное 18, мне был 21 год, то есть и я счастлив на самом деле в браке и верю, что моя супруга также счастлива. Поэтому это благословение. Поэтому разговаривать открытым текстом есть масса вещей. Допустим, мы когда разговаривали, Наташа говорит, у нас будет максимум один ребенок. Я говорил, у нас будет минимум три. <свят> есть, <свят> ну, мы как бы решили, то есть этот вопрос на берегу, поэтому как бы у нас три <свят> минимум и поэтому. Но они были по одному, как бы рождались, не сразу все три. <свят> Близнецы двое первые родились, да, и потом а, Тимофей. И, и я помню, я был, присутствовал на первых и на вторых родах, и я помню, как моя супруга во время родов, она просто попросила меня, то есть, ну, пожалуйста, не проси больше без моего согласия. То есть она понимала, если я хочу внутри, мы все равно будем беременны, то есть ничего с этим не сделаешь. То есть. И поэтому есть масса вещей, о которых нужно разговаривать, потому что, ну, это, это гораздо лучше, это правильнее. И, допустим, мое убеждение, в том числе мы сейчас слышали, я даже не читал никогда этих советов, там то, что были от Кеннета Хейгана, но очень-очень важно, очень понятно, потому что для меня, допустим, очень важно было, чтобы, несмотря на то, что нам было бы финансово гораздо легче, если бы моя супруга пошла работать, тем более она талантливый, одарованный человек во многих областях, во многих сферах. Но для нас было, для обоих гораздо важнее, чтобы она занималась детьми, чтобы она занималась служением в свободное время и дети вкладывались. Конечно, мы фанаты, мы церковные фанаты, фанаты служения, фанаты Иисуса. И у нас реально какое-то чудо, потому что даже оба э, родов, получается, что она в воскресенье была в прославлении, в следующее воскресенье она опять была в прославлении. То есть между, между да, служениями между неделями рождала и была в прославлении. И дети у нас, да, начиная с близнецов, они росли в лукошке в церкви. Поэтому они до сегодняшнего дня в церкви с Христом, и мы счастливые, мы не понимаем там отпуска, от служений, там еще от каких-то. поэтому как бы это очень важно. Поэтому я считаю открытость, она поможет во всех остальных моментах, когда мы разговариваем на берегу, когда мы не, а, не, не топим, нет, не создаем друг сюрпризов, друга. Да, да. То есть, но при этом общаемся. Еще один совет, который бы я дал, а, очень важный для меня. Я считаю, что э, есть люди, которые вас любят. Это не мама, э, это там, может быть не сестра, но это брат по вере, сестра, может быть друг, подруга, с которым вы тесно общаетесь, близко общаетесь. Хорошо спрашивать их мнение, что они видят со стороны. Потому что любовь зла, полюбишь и программиста. И поэтому э, здесь может быть э, очень масса моментов каких-то сокрытых, и как один епископ, вот тогда он не был еще епископом, он был пастором, но уже в служении, он сам обратился с этой просьбой, и он сказал, проблема, я понимаю, влюбленности это розовые очки. И множество моментов ты можешь не увидеть, mm -hmm. даже о чем разговаривать. Вот почему я рекомендую, никого не заставляю. Я извиняюсь, если у кого-то в церкви по-другому, что там, может быть, у кого-то в церкви ставят какие-то сроки, год, полтора, два года дружить. У нас нету этого. Mm -hmm. Мы рекомендуем, у нас рекомендательно есть пройти добрачный курс, mm -hmm. то есть до, до, до вступления в брак, потому что они активируют массу вопросов на, mm -hmm. в, в этот период времени, и у нас это хороший показатель. У нас несколько пар не дошли. До вступления в брак. Это а какую показатель. основу вы в брачных курсах взяли? Есть разные разработки, там письменные вопросы, пара друг с другом да, 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 задает да, вопросы: а что да. ты думаешь по этому поводу, по этому, по этому. Да, конечно, все вопросы. То есть касательно служения, заработка, отношения к родителям, отношения к финансам, то есть отношения к служению, то есть ну, все моменты, потому что, допустим, многие вещи они могут нас ранить. Они могут приводить нас в непонятное состояние. Я знаю людей, он внутри себя или она имеет четкое призвание, но все, корабль приплыл. Если То ты есть, связал если свою жизнь да, с другим человеком, и я сегодня знаю, когда некоторые жены говорят мужьям: извини, я никуда не поеду, это мой город и и все. Но а, а он знал изначально, что он призван на миссию. Он знал изначально, что там к служению. Еще другая сторона, это уже может быть касается больше к тем, которые сейчас в браке. Поддерживайте друг друга, помогайте друг другу. Некоторые мужья хотят засадить же своих жен дома. Но это же потом, когда вы засадите ее дома, это же будет потом овощи, это принесет сплошное разочарование вам. Помогайте развиваться, пускай она служит, пускай она достигает каких-то вещей в обществе. То же самое с мужьями. Помогайте друг другу развиваться, будьте поддержкой друг для друга. Это так важно и так ценно. Скажите, чему вы учите ваших сыновей? Они уже, если им 21 и может быть помладше чуть-чуть, третий ребенок. Такое время как раз, когда молодые люди влюбляются, в них, может быть, влюбляются. Как вы их наставляете сейчас? По каким признакам? Вот. Ну, наверное, тогда скажу одну вещь сразу же, чтобы вы знали, что у меня один из сыновей уже женился. Не есть, младший младший, часто? Нет. 21 год. 8 месяцев назад он был женат. То есть 20 лет. 20 лет он женился. Его супруге исполнилось 18 лет. То есть и... И они знали, у нас моя мама насмеялась с детства, потому что когда моя мама приезжала в гости родителей, или мы были у родителей, мы с самого детства молились за жен, с самого детства. Они были вот такие вот маленькие, и мы вечером, когда мы молились на ночь, мы молились за их жен, чтобы Господь готовил. Поэтому мы на сегодняшний день, мы молимся, и мы продолжаем ждать, кого Господь приготовил, где она, где, чтобы увидеть. И это ценно. И, конечно же, мы э, э, наставляем их, и мы говорим, что самый главный показатель – это не красота. Самый главный показатель – ты должен понимать, что реально и в горе, и в радости – в болезни и здравии, в недостатке и в изобилии, ты готов разделить с этим человеком всю свою жизнь. То есть с самого начала ты понимаешь, другого шанса нет. Если ты готов таким образом, значит это тот человек. Интересно, что а с одной стороны, может быть, это вроде бы ну какая-то фраза, которая а, как будто бы, если есть влюбленность, может закрыть глаза. А нет. Я сколько раз разговаривал со своими сыновьями, когда они начинали общаться с какой-то девушкой, я задавал вопрос, это тот человек, с которым ты готов провести всю свою жизнь? И я видел в их глазах, что они просто прям подзависали на несколько секунд и говорили, нет. Все, они отвечали себе на ключевые вопросы. И есть масса вещей, которые Господь просто, Он открывает в их отношениях. Поэтому я так благодарен, благодарен Богу за Давида с Настей, что они сейчас женаты, то есть, ну, и могу наслаждаться, и мы реально друзья. У нас ä, многие люди в церкви, я даже не знал, что их это как-то касается, но многие люди в церкви, они... Говорят, а как для нас ценно, когда ты Настю обнимаешь, она как будто бы дочь, она как будто бы подруга, она нет, то есть и для нас, конечно, это ценно. Поэтому я верю, что в Боге есть лучшее во всех сезонах, во всех ситуациях, какие бы мы ни проходили, потому что Он наш Бог и Он способен покрыть любую ситуацию. Спасибо, это очень, очень ценно именно потому, что это и разнопланово показано, еще плюс э, с высоты опыта пасторской работы э, уже более чем 18-летней работы. И третий вопрос: не очень много времени, чтобы ответить на него, но он тоже очень важный. Вы и ваша жизнь, ваша семья очень связаны со служением Богу, с прямым таким служением в церкви. Скажите: были ли вы готовы, что ваши дети или, может быть, это так и есть на сегодняшний момент, например? они могли найти призвание своей жизни вне церкви. Как вообще, вот вы видите, люди э, находят и входят в свое призвание? Как Бог это организует? Однозначно. Однозначно. Я считаю, что мы призваны светить не только в церкви. Мы призваны светить, потому что мы церковь везде. Даже во время работы, во время обучения. Мы церковь везде. Конечно же, я мечтал и молился, чтобы мои дети были в служении. И Давид, тот, который женат, он молодежный пастор у нас в церкви. И для меня это большое благословение, хотя для меня это было тяжелым шагом принять. Когда это случилось, когда-то, то есть это даже, если даже можно так сказать, что это было немного против моей воли, то есть по определенному стечению обстоятельств, я верю, что это Бог допустил. Потому что я не хочу ни в коем случае, никогда, чтобы церковь рассматривали как семейный бизнес, как семейный подряд. Я не хочу семейные вопросы приносить домой, хотя это автоматом происходило. Фактически, потому что Давид тогда еще не был женат, и это, это не было таким простым решением. Но я верю, что э, тот стержень, который мы закладываем, то доверие, которое мы высвобождаем в жизнь детей, э, это поможет им стоять везде, где бы они ни были, и нести, светить э, там, где они есть. На самом деле, распространяя божественное предназначение и Божье призвание, я верю, что у Господа величайшие планы не только для нашей жизни и для жизни наших детей и боже упаси как некоторые родители пытаются реализовать в детях свои мечты свои достижения свои желания я не хочу этого я хочу чтобы дети реализовались те дары и таланты которые есть в их жизни я хочу помочь реализоваться да если они будут Поддержка для меня, я поддержкой для них, я буду очень счастлив и очень рад в этом. Но это может быть хоть где, и я все равно буду поддерживать их. Спасибо вам, спасибо за открытость, за то, что вы серьезно, вдумчиво подходите к вопросу избрания жизненного пути, дороги, за то, что спасибо вы вам, да. полностью посвящены Богу. И это видно, что это жизнь насыщенная, что это жизнь, приносящая удовлетворение. Научение каждый день открывает какие-то новые вызовы, но вы строите с пониманием, что вы строите, как вы строите. Я верю, что Бог прикладывает что-то особенное, Спасибо. и я думаю, что это один из основных ключей. Поэтому идите, ищите, вы обрящите, стучите, и вам отворят. Я думаю, что это такой самый главный вывод, наверное, из нашего общения на примере потрясающей жизни. Пастора церкви Краеугольный камень Василия Доценко применяйте в своей жизни. Знаете, что Богу можно доверять. Он тот, которого стоит призвать в свою жизнь, узнать его, и жизнь станет гораздо лучше, гораздо эффективнее. Не легче, но интереснее. Спасибо большое. Будьте благословенны.